к юбилею дружно шли. Все организации развивались и росли, как цивилизация. Много спорили в пути к празднику большому, но старались, как могли, не терять фасона. Пусть же этот юбилей станет переломным, станет больше добрых дел, радости огромной. Пусть растет авторитет всей организации и находит все себя для реализации. Я хочу пожелать, конечно, эффективности результатов в работе, работать на благо и в прибыль. Всем счастья, здоровья, успехов. Ну, яркий случай, особенно который мне запомнился, это все-таки создание и все процессы вообще по импульсу 120-го. Самое главное, что этот проект прошел без правил Брянькова. Ну, от души всем желаю не замыкаться в себе, реализовывать себя, не бояться, не стесняться. То есть, если у кого-то есть какие-то наметки, продвигать их, все у вас получится. У меня произошло самое главное событие в моей жизни, причем вообще как для любой женщины, это рождение моего ребенка. Ну и так сложилось, что свое счастье я обрела именно в традиции. Каждый день яркий, я с большим удовольствием хожу на работу, и поэтому у меня каждый день незабываемый. А сотрудникам пожелаю, будьте добрее друг к другу, и вы увидите, как все в вашей жизни будет меняться в лучшую сторону. Ну, стало трое детей, но это самое яркое, наверное. Здоровья всем желаю. Ну, а компании дальше процветания, успехов. В эту компанию ушел на пенсию в этом году, стал пенсионером. Родилась у меня внучка, стал дедушкой. Всем сотрудникам это крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, кому-то карьерного роста. 20 лет – это такой большой возраст. Это возраст, ну, как бы юношеский. Расцветать нам и расцветать еще. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я получил, наверное, бесценный опыт, возможность работы в сплоченном коллективе. Ну и, наверное, самое главное – это двигаться вместе с компанией. Придется хорошее настроение, замечательного, плодотворной работы всем, возможность развиваться и, ну, идти поставленным целям. Когда я пришла в компанию, была совсем маленькая такая компания, а сейчас компания растет. Ярких событий, конечно, было много, а так все стабильно, ровно и хорошо. Конечно же, успехов в деле, уверенности, продвижения вперед к намеченной цели. Знаете, у нас в сервисе бывают случаи очень много. Наверное, самые такие, когда клиент, причем откуда-то очень издали, заказывает на свою машину, допустим, экскаватор, гидромолот или что-то еще, приезжаем, а на машине отсутствует просто гидролиния, и заработать оборудование не может вообще. Успеха компании, ну, мне кажется, это просто вопрос времени, хотя успех уже есть довольно очень большой. А сотрудникам всем, конечно же, удачи в жизни, любви побольше и успехов. Благодаря работе в компании у меня появилась возможность приобрести новый автомобиль. Это яркое событие в моей жизни. Я поздравляю нашу компанию с днем рождения. 20 лет – это круглая дата. И чтобы мы смогли нашими гидромолотами свернуть даже город. Всего было у нас на производстве, и въехали мы в этот офис, в это здание, оно было непотребное. Сейчас мы с евроремонтом столовую открыли, горячее питание для... Это все моя сфера была. Тепло, мы теперь тепленько сидим, у нас свет. Приятных сюрпризов, добрых улыбок, и самое важное – любить друг друга и уважать. Я вас всех люблю. Компании хотел бы пожелать расцвета, дальнейшего расцвета, а также увеличение объема продаж, производства. И самое главное, чтобы мы все встретились 20 лет спустя. На самом деле у меня произошли два очень важных в моей жизни события. Это рождение моих детей, Ксюши и Кирилла. Возможно, я воспитываю смену в коллектив традиции. Ни один из корпоративов не проходил без каких-либо эксцессов, либо интересных событий, либо еще чего-то. Помните корпоратив 2008 года? Очень много интересных воспоминаний, связанных, например, с Артемом Александровичем Меденковым. Как он прятался у нас в кабинете от злобных клиентов. Хочет пожелать процветания
и стабильности, а лучше стабильного процветания. О, да. У меня родились двое детей, пока я работаю в традиции К. Дочка и сыночек. А в традиции и коллектив, и сама атмосфера, отношение к человеку, к личности побудило к тому, чтобы я стал лучше. Не сдаваться в этот тяжелый год, верить в себя, друг друга, в товарища. Остальное добьемся. Ну, что-то там, за работу, там, квартиру, может, на машину, там, чтобы было все хорошо, все и работали в дальнейшем. Вот как работаем, так будем работать. Двигаться вперед, чтобы нам никакие кризисы не мешали. И это точно так и будет. Главное, конечно, не менять тех ориентиров, которые мы заложили в основе изначально на производство, и развивать его. Ну, и, в общем-то, это все, в любом случае позволит нам преодолеть все кризисы. А их у нас было много, и тем не менее мы все равно живем. Я пришел сюда зеленым парнем после института в 2005 году. А на сегодняшний день я достиг уровня специалиста и в техническом плане, и в экономическом. Хотел бы пожелать в первую очередь добиваться поставленных целей, достигать всех недостижимых высот и, конечно же, всем нам пожелать материального и семейного благополучия. В нашей компании юбилей. Года так быстро пролетели. Желаю новых ей идей. Работники, чтоб не болели. Компания пусть процветает и людям счастье, радость дарит. Пусть каждый день из года в год в нее идет новый народ. Пускай проблемы и заботы ее обходят стороной. Пусть будет прибыльная работа, и фирма станет мировой. Скажи, председатель, называется песня. Сотрудники традиции, хочу вам пожелать трудиться и трудиться и не унывать. Родилась у меня внучка, стал дедушкой. Высокие амбиции мы сможем удержать. Конструкторы традиции работают на 5. Влюбилась, не поверите, в Крым. В море, в Крым, в горы. Первый раз в жизни там побывала, первый раз увидела море, и поэтому оно в моем сердце. Миледи и патриции, давайте зажигать. В провинции, в столице мы будем процветать. Делаем кондицию, паяем и куем, отличную продукцию стране родной даем. Йоу! Йоу! Камон! Мы сядем в экскаваторы, подключим рукава, поддайте-ка давление в систему, господа. Йоу! 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 Между нами говоря, было все до фонаря, но придя в традицию, стал собой гордиться я. Сервисная служба поможет вам всегда. Да. Работая в компании, я встретил свою любовь со своей жизни. Это самая красивая, умная девушка. Она также является сотрудником компании. Это Олегова Мария Николаевна. А Соловьев, привет.
чтобы жизнь была не скучной, насыщенной всегда. Вы в комотел придите с бутылкой коньяка. Работать четко, как всегда, не падать духом никогда. Потратим инвестиции на виски и коньяк. На 20 лет компании без выпивки никак. Не надо мне хулиганить. Вот. Еще разок. На юбилей традиции эмоций не сдержать. Эмоций не сдержать. Эмоций не сдержать. Давайте веселиться и всем к столу бежать. Поздравия традиции пора наливать.